Honda Integra. Аккумулятор живой, мотоцикл весь такой нарядный, ручки не ломайки, накладочки на подножки, здесь нештатные подножки стоят, пьюговские, здесь упор, еще одна задняя, выхлоп Мюген, резина зад 19 год, мягенькая, хорошая, жирная. Тормозные диски с минимальным износом, процентов 5. Колодки еще хорошие, прям жирненькие. Передняя резина 20 года, тоже мягенькая, хороший остаток протектора. Прям новенькая, можно сказать. Передний тормозной диск практически без износа. Видимо, задом тормозили чуть-чуть больше. Колодки тоже жир. Пыльнички. Целые, ну вот левый чуть-чуть начинает трескаться, но вилка сухая, ничего не течет. Два ключа у мотоцикла, также подножечки. Не хватает чуть-чуть ему чемоданов. В принципе, чемоданы поставить, можно ехать далеко. Прикурка стоит. Подогрев ручек, такой круиз-контроль ручной, пробега 33 800. Красавчик. Приятный звук выхлопа.